Для Татьяны это очередная прогулка из серии «Дойти до остановки и остаться в живых». На пешеходном переходе у дома 22Б по Московскому шоссе перейти дорогу бывает непросто. Водители часто игнорируют знаки и не пропускают. В этот раз повезло, считает она. Я не бежала, я спокойно. Нормально все, переход. Останавливает эти водители. Ждут, когда мы перейдем. С этой остановки на окраине спального района рязанцы уезжают в торговый центр, а также микрорайон Дягилево и на улицу Забайкальскую. Просто небезопасно, потому что страшно переходить дорогу. Никакого освещения вечером, если. Да и так тоже плохую погоду. А совсем недавно на этом переходе произошло трагическое ДТП. 22 сентября, примерно в 4:45 утра, молодой человек, управляя фургоном, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 77-летнюю жительницу областного центра. В результате происшествия женщина была доставлена в медицинское учреждение и впоследствии от полученных травм скончалась. Чтобы таких аварий больше не было, у перехода установили электронное табло «Внимание пешеходам». Оно загорается, как только человек начинает переходить дорогу, чтобы привлечь внимание водителей, которые обязаны снизить скорость и пропустить пешехода. Такие же информационные табло установлены в центре города, на улице Ленина и здесь, на Циолковского, где большой поток пешеходов. Как отметили в пресс-службе ГИБДД региона, эти табло – нововведение. Их изготовили в Рязани, аналогов в других городах пока нет. Табло оснащены камерами с датчиками движения. Когда пешеход приближается к переходу, на табло, установленном над проезжей частью, загорается надпись «Внимание, пешеход». Основная задача данных технических средств – привлечь внимание водителя, приближающегося к пешеходному переходу, информировать его о непосредственном нахождении пешеходов на проезжей части, а также предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водители считают, что такие электронные табло нужны городу, они помогают на дороге. Иногда им бывает не видно, особенно ночью, это очень удобно. Пешеходы ходят не в светоотражающих элементах и мало фонарей не видно, а так будет заметно, будет очень удобно. Для водителей это вообще большой плюс. На деле эффективность еще предстоит оценить. Если она будет доказана, то табло «Внимание пешехода» появится и на других переходах. Денис Лиева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».